Всем привет! С вами Лёша и Аня. И мы, как всегда, продолжаем записывать для вас мод по бесконечному лету. Саманта! И остановились мы на том моменте, что на площади увидели Ульяну, которая катила перед собой какой-то деревянный круг. Немногим меньше ее роста. Что ж, читаем дальше. Но для начала, разумеется, благодарности вам от нас за вашу поддержку, за ваши просмотры. А только лайков маловато. Пожалуйста, не скупитесь на лайки. Это тоже очень важно. Что ж, продолжаем читать. Ульянку повезло найти весьма быстро, а засекли мы ее по грохоту. Она катила через лагерь деревянный круг, диаметром лишь немногим меньше ее роста. Это же стол Виолы! Зачем украла? Уже соскучилась по спиритизму? Так это крышка и есть! Я же говорила, что найду. Помогай катить. Погоди. А Виола не рассердится, что мы... Найдет еще что-нибудь. Зато сейчас лодку починим. Не к добру это, не к добру. Ладно, только не кати ее. Она и так на ладан дышит. Я понесу. Нести одному оказалось совсем неудобно. В итоге мы взяли ее за края и понесли на манер носилок. Алена сперва шла за нами, но потом отстала. Мы тут книгу Алены искали. Она не у тебя? На крыльцо тебе положила еще утром. Но там ее нет. Ну да разберемся. Догадайся, кто ее стащил. Алиса? Конечно. Наконец, мы добрались до пляжа. Крышка вернулась к своей законной бочке. Так, а теперь прилаживаем. Ага. Мы попробовали так и этак, но крышка никак не желала вставать на место. Дерево рассохлось. Так не получится. Намочить его? Это мы мигом. Нет. А что делать? Инструменты какие-то нужны, может. Давай молотком ее туда вдолбим. Инструменты? Ну да, наверное. А у тебя есть? Не знаю, где взять. В подсобке. Кибернетиков. Тащить хочешь? Давай просто позовем их обратно. Только через мой труп. Они нас предали. Все, теперь забудь про них. Но у них все же лучше получится. А мы сами что-то испортить можем. Обидно будет. Не отдам им лодку. Ни за что. Она моя и точка. Ну, как знаешь. Так, что нам нужно? Молоток и какую-нибудь штуку, чтобы лишнее дерево спилить, да? Это как... Как его? Рубанок? Да, правда, я там таких не видела. Ладно, на месте разберусь. Идешь на дело все-таки? Да, через окно туда пролезу, но если эти там торчат, а они всегда там, то они услышать могут. Тогда попросим инструменты. Нет, ты должен отвлечь их, выманить как-нибудь. Как я тебе их выманю? Я с Шуриком вообще не... Придумаешь? Пошли!
Мне оставалось только поспевать за Ульянкой. Ракета. Ладно, я с ними поговорю. Ты ничего не делай. Ага, ничего не делаю. Я серьезно. Ничего не делаю, тогда спрячусь, чтобы их не злить. Да, лучше не показывайся, пожалуйста. Да, лучше не показывайся, пожалуй. Кибернетики были на месте. По традиции ковырялись в своем роботе. Ну, как он? Как всегда, в шаге от завершенности. Именно. А крышу-то залатали? Нет, еще. Помогать пришел. Наоборот, за помощью. Как обычно. К нам только за этим и заходят. А сколько вещей уже растащили? Что случилось? Там кто-то убивал и столик украл. Да ты что? Вот же народ. Ага. Хорошо бы смастерить что-нибудь на замену. Да хоть из досок сколотить. У вас же найдутся инструменты? Так и знал. Да мне бы только пару вещей одолжить. Ничего не потеряю. Строго говоря, мы тут не завхозы. И спрашивать не у нас надо. Надо один, конечно. Спасибо. Электроник провел меня в соседнюю комнатушку, служащую складом для всякой всячины. Шурик остался на месте. Посмотрим. Молоток, гвозди, стамеска. Пила нужна? Нет, этого должно хватить. Ой! Стоило мне... Сейчас, секундочку. Стоило мне развернуться по направлению к двери, как электроник как будто чихнул. Будь здоров. Я? Ой. В комнате раздался второй чих неустановленного авторства. Прибежал почивший неладный Шурик. Ну, кто там под столом? Вылезай уже. И вот в свете единственной тусклой лампочки нам предстала Ульянка. Вся серая. Все, что ниже коленок, от пыли, остальное от собранной паутины. Ну, ты что, не мог увести их? И сразу меня заложило. Молодец. Как это понимать? Похоже, до Ульянки тоже дошла моя мысль, хоть и несколько позже. Зато тут она уже быстро сориентировалась и храбро бросилась на Шурика. Беги, я их задержу! Первым моим порывом и было бежать, но я все-таки совладал с собой и даже помог отцепить Ульянку от жертвы. Что вы тут устраиваете? Даже знать не хочу! Выметайтесь из клуба! Да-да, мы уже. Эй, инструменты положи! Ну ладно. Шурик поспешно спрятал их в ящики и еще прислонился к нему спиной для надежности. Да. Хотя почему? Раз они не ваши. И не твои тоже. Но Ольга Дмитриевна. Вот и беги за ней. Только рассказать про эту воровку не забудь, чтобы я время не тратил. Я сам их взять уполномочен. Вот же повязка, видишь? Помощник вожатого. Написано. Или не очень написано. Но что он разглядит в этой темени? Стоп, я же ему ее уже показывал. Издеваешься? Это же галстук обычный. Я так тоже могу. Семен, мы тут немного заняты.
важным делом, между прочим. Эти игры я не совсем понимаю. Отомстить нам решили, наверное. Робота испортить, а? Все не так. Я только хотел попросить инструменты. А Ульянка, она ведь безобидна. Ну ладно, не буду больше мешать. Какой позор. И зачем я в это вообще ввязался? Ну что, набедокурила? Сиди теперь без инструментов. Не сказала бы, что совсем уж без... О чем ты? Вот и я. Ульянка задрала футболку, продемонстрировав заткнутый за пояс молоток и долото. Эти, хватит! Откуда? Да ты просто гудини. Это кто-то вроде Гудвина? Никакой магии из другого ящика взять успела. Еще до вас. Молодцом. Все равно плохо. Но лучше инструментами, чем без. Лучше было бы не позориться. Все потому, что ты меня не предупредил. А ты меня не послушалась. Пошли строить, а! Мне пришлось изрядно повозиться с этой крышкой. Пользуясь моим малым опытом, каждый кусочек дерева норовил поцарапать или посадить в палец занозу. Инструменты-то уже слушались плохо. Ну, конечно, какой же он плотненький. Ой, надо было перчатки взять. Ну, получается хоть. Угу. Сейчас заткнем эту бочку. Может, даже крепко. Только вот... Что? Лучше ее не открывать больше. Почему? Дерево сильно щипится. Под давлением бочки еще может послужить. Но если еще раз достать, края просто разлетятся, по-моему. Ну ладно, будем через верх залезать. Так, давай попробуем вколотить эту дрянь туда. Придерживай крышку. Бочка жалобно потрескивала под ударами молотка, но все же дерево поддавалось, позволяя крышке потихоньку, сантиметр за сантиметром, вставать на место. Получилось! Удивительно. Я был уверен, что рано или поздно развалится. Бочка! Или крышка, но еще не вечер. Врешь! Наша лодка неразрушима. Надеюсь, ко дну не пойдет. Еще как пойдет. Это же подлодка. Да какая на тебе подлодка? Посмотри на эти щели наверху. Щели наверху. А люк на куске рогожи держится. Каша просит. Что-нибудь придумаем. Ты пока под... Подзови ее, подвози ее к воде, а я сбегаю, переоденусь. Попробуем. Ну только до конца не пускай без меня. Какой там до конца? Да я ее с места не сдвинул. Пара пионеров пришла. Пара пионеров пришла мне на помощь. Вместе нам удалось... Немного протащить бочку, но каждый пройденный метр давался вдвое тяжелее предыдущего. Наконец, субмарина окончательно и безнадежно зарылась в песок. А до воды оставалось еще прилично. Зато Ульянка была уже тут. Хьюстон, Севастополь, у вас... Тьфу, у нас проблемы! А? Застряли немного. Ульянка попыталась подтолкнуть бочку сама.
предсказуемая неудача. Надо еще ребят позвать. Эй! Пробовали. Все равно толкать могут максимум трое. Нужно еще канаты какие-то, что ли, чтобы тащить. А если заплавники эти? Могут отвалиться. Закрепить гвоздей нет. Ну давай подложим какие-нибудь досточки под низ. А ведь правильно. Сделаем рельсы. Сейчас найду что-нибудь. Ульянка побежала искать деревяшки. Я хотел присоединиться, но меня окликнула Славя. Упс. Попались. Привет. А я давно уже за вами смотрю. Похоже, вы сейчас ее в воду затащите. Похоже. Поможешь? Нет, извини. Даже наоборот. Это как? Прости, Семен, но чем-то вы тут не тем занялись. О чем ты? Ну, я же должна следить за безопасностью на пляже. А разве эта громадина безопасна? Посмотри, тут же гвозди торчат. Сейчас забью. Все равно никому нельзя подплывать к тоннелю, тем более на такой штуке. А кто говорит про тоннель? Мы где-нибудь в сторонке поплаваем. Это же просто бочка. Ну как тут наша субмарина? Субмарина? Да она шутит, ты сама посмотри. Хватит, Семен, я не разрешаю. Чего не разрешаешь? Да как так? Я поспешил увести Ульянку, пока она не нахамилась и Славе. Так, все, мы вернулись. Срочно был звонок. Такой бывает, извините за ожидание. Итак, Семен Ульяне говорит. Она права, это опасно. В этой бочке и пораниться можно, даже утонуть. К чему ты это? Бросим все теперь? Не знаю, придется. Ну давай, сломай ее тогда, иначе я одна на ней поплыву ночью. Как же поступить? Поплавал бы с ней на бочке немножко, она бы успокоилась, глядишь, нашла бы другое занятие на Славе. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот, пошли ужинать. Не пойду. Пошли. Нам надо скорее с пляжа уйти, чтобы Славе ничего не заподозрила. Я подмигнул Ульянке.
Поняла, уходим. Так, ну а плавать мы уже будем в следующей серии. А тут мы заканчиваем. Еще раз прошу прощения за ожидание, что вам пришлось ждать. Чуть-чуть мы не успели до конца. Вернее, не мы, а нас отвлекли. Бывает. В общем, смотрите. Ставьте лайки, подписывайтесь. А с нас следующая серия. Как всегда. Все. Всем пока. Пока.